Эдуард, скажите, пожалуйста, а вы верите в теорию шести рукопожатий, в теорию, согласно которой между двумя людьми на Земле существует всего вот 5 человек? Ну вот кино же было на эту тему, да? «Елки» Бекмамбетова, Тимура Бекмамбетова. Ну, а почему нет? Если подходить с точки зрения математики к этому, то мы, по-моему, уже все на Земле, не осталось ни одного человека, который не был бы, не то что знаком, по-моему, не был бы родственником другому, даже такая теория есть. А уж теория шести рукопожатий, да, верю, верю. Эдуард, тогда у меня к вам будет просьба. Завтра вы участвуете в программе «Вечерний Ургант», и нам не нужно 5 человек, нам нужно всего одно рукопожатие с вами. Мы бы хотели попросить вас передать Ване Урганту небольшой презент. Вот такой лисенок замечательный, с запиской. Зовут Матвей. Хорошо. Все, обещаю. Обещаю передать.